Здравствуйте, друзья! Если ваш ребенок жалуется на слетающую по непонятным причинам цепь, поврежден кареточный подшипник. Снимаем левую педаль, извлекаем все части кареточного подшипника. Снимаем все части подшипника с вала. Берем новый кареточный подшипник. Берем две чашки. Мы будем пользоваться специальным инструментом, но в условиях дачи сгодится и молоток. Чашки должны быть параллельны друг другу. Берем шайбу и конус с большим диаметром. Одеваем шайбу на вал. У первого конуса правая резьба. Берем подшипник и закладываем в щели сепаратора смазку. Наносим смазку на конус. Вставляем шатуны с валом в раму. Берем второй подшипник, набиваем его литолом. Вставляем второй подшипник в раму. Берем конус с малым отверстием. На нем резьба левая. Берем стопорную шайбу и контрагайку. Надеваем стопорную гайку, чтобы шип в гайке совпал с пазом на валу. Накручиваем контрагайку. Резьба по-прежнему левая. И затягиваем контрагайку. Устанавливаем педаль. Накидываем цепь. И радуем ребенка.